Приветствую вас. И что касается мужчины, то он испытывает явную недоверченность по причине того, что ваши отношения не получили развития в свое время. То есть у него к вам была симпатия, и эта симпатия до сих пор остается, по сути дела, у него. Только если раньше это была действительно искренняя симпатия, то сейчас у нас просто недоверченность относительно того, что он хотел, например, с вами сблизиться, но у него не получилось. И сейчас он периодически вам пишет именно потому, что в какой-то момент эта недоверченность для него, вероятно, всего обостряется. То есть он вспоминает в определенные периоды своей жизни о том, что вот есть вы, с которой у него когда-то ничего не получилось. И вот вам начинает писать. Начав диалог, он быстро понимает, что вы уже, скорее всего, совершенно другой человек, нежели чем тот, которого он знал ранее. И он понимает, что с вами у него тогда не было шансов. И сейчас, в общем-то, тоже шансов не больше, а то и меньше, потому что вы очень сильно изменились, так же, как и он. И по этой причине он и пропадает. То есть общение начинается из-за его недоверженности, из-за его, так сказать, продолжающейся жизни вашего образа, который он накладывает на вас реальную. И когда он сталкивается с вами реально, ему, естественно, не нравится то, что он видит. Его, естественно, не устраивает. Это входит в некий разрез, в некое такое противоречие с тем, чего хотел бы он. И это обуславливает прекращение общения. Поэтому вам нужно относиться к этому спокойно. Если у вас нет никакой эмоциональной вовлеченности в этой ситуации, и если вы, например, успешны в личной жизни, и все хорошо, то вам нужно относиться к этому спокойно, безразлично и никак не реагировать на такие вот проявления мужского поведения. Никак не реагировать в каком смысле, в каком плане. В плане того, что если вам интересно с человеком общаться, если вам нравится с ним общаться, если вас не вызывает каких-то негативных эмоций общения с ним, то продолжайте спокойно это делать. Ничего плохого в том, что вы пообщаетесь с своим некогда бывшим знакомым, не будет. Но только при условии, если у вас нет никаких эмоциональных всплесков от общения. А если вы сами чувствуете, что, в общем-то, хотели бы с ним сблизиться, тогда вам нужно сделать первый шаг. То есть самостоятельно предложить ему, например, встретиться вживую, поговорить, чтобы определить для себя, это уже лично ваша цель, что человек представляет из себя сейчас, и что он может представлять для вас в той форме, в какой он сейчас есть. И вы этого не узнаете до тех пор, пока не встретитесь с ним вживую, пока не поговорите с ним. И поэтому, если он вас интересует хоть как-то, если у вас по-прежнему нету, допустим, партнера в личной жизни, если вы одиноки, то вам можно и нужно сделать именно так. И с одной стороны, вы завершите его вот эти вот метания, то есть вы покажете ему себя, дадите ему понять, кто вы такая, и сами для себя все определите. После такой встречи, если у вас не наметится никакого сближения, никакого конструктивного, положительного
вектора отношений, то, скорее всего, писать вам он перестанет, потому что поймет, что вы уже совсем другой человек. И тогда он не будет беспокоить вас своими сообщениями. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше.